Всем привет! Вы на канале The Collector, и сегодня я хотел выложить видос какой-то интересный, но с ужасом обнаружил, что все исходники уже использовал. Поэтому ролик буквально на коленке, даже не буду его называть как-то влог, не влог, в общем, такой ленивый контент, можно так обозначить. И если вам интересен такой формат, то по сути я могу снимать хоть каждый день. Говорю, что ролик на коленке, у самого выставлен свет, но эта лампа осталась у меня со стрима, так что была. Мистер и Минис всегда меня выручают, поэтому показываю их при любом удобном случае. Будет минимум монтажа, поэтому присаживайтесь поудобнее, надеюсь, получится сделать какой-то ролик подлиннее. У меня уже давно в машине, кстати, валяется эта коробочка, никак не доходят руки ее разобрать. Здесь две фигурки по Гарри Поттеру. Kinder Joy. Рон и Хагрид. Как раз мне их не хватало для полной коллекции. И вот я поменялся с одним из подписчиков. Прислал в коробочке Хогвартс. Хогвартс Кастл. Замок Хогвартс. Так, сейчас отставлю камеру в сторону. Соберу серию фигурок по Мстителям. Ну и в принципе прикину, кого мне еще не хватает. Так, пришлось немножко подраскидать. Вот так выглядят ребятки по Войне Бесконечности. Практически всех дособрал. Сделаю вставочку, конечно, как коллекция выглядит целиком. Если не считать эксклюзивы для Walmart, Hot Topic и так далее, то мне не хватает только Халкбастера. Последний, кто пополнил коллекцию, это Стрэндж. Очень рад этому, потому что, по-моему, уже говорил и не раз. Нет, я публиковал в сторис в Инстаграме, что этот Стрэндж стоит в районе 50 баксов на eBay. То есть от 50 и выше, там и 80 есть предложение и так далее. Я его взял за 200 гривен. Ну, считаю, очень классный улов. Вот. И не хватает мне для полного счастья только Халкбастера. Думал, что все нашел, но нет. Вот потерял ракету и муравья. Что ж, это Мстители Эндгейм. И здесь у меня также не хватает всего лишь одной фигурки из стандартной серии. Это не было. Все остальные есть, в том числе и редкие. Ну и не было сама по себе редкая. Идет она одна на 72 коробочки. А вот эти ребятки все по-разному. Но вот, по-моему, Воитель тоже самый редкий. Один на 72 коробочки. Так что где-то мне надо искать, чтобы закрывать серии. Что ж, сейчас приберусь за собой, сложу это все аккуратно в коробку и поеду в офис. Надо сделать сегодня отправку. Отправка фигурки победителю в розыгрыше. Проводил розыгрыш на стриме. И вот. Надо сделать, раз обещал. Ну что ж, тогда увидимся уже в офисе. Ну и конечно же, раз я упомянул, не забывайте посещать стримы в пятницу. Субботу 21:00. Время примерное. Лучше подписаться либо на инсту, либо на телеграм-канал. Там я в режиме реального времени все новости публикую и, соответственно, будете знать, когда стрим. Что ж, погнали. Блин, думал поехать на велосипеде, поснимать, но в итоге погода испортилась. 21 градус показывает на улице и дождик. Зачем он нужен, этот дождь? Так что пришлось ехать на машине. Что ж, вот я и добрался до офиса. И сейчас мы найдем фигурку, которую я разыгрывал. И это вот такой чейзовый Джокер. Очень достойный подарок, я считаю. Ну и пойдет в хорошие руки. Мы его еще запихнем в протектор. Потому что все фигурки должны быть в протекторе. Ну, все крутые фигурки. Так.
все. Буквально в режиме реального времени одной рукой сложил протектор. Оп. Не до конца защелкнулось. Все, теперь до конца. И... Бум. Все, готов к выдаче. Но еще, конечно, будет упаковка в обычную коробку. Все дела. Так, заодно покажу вам призы. Уже на следующей неделе, в субботу 20 числа, напоминаю еще раз, буду праздновать трехлетие канала, YouTube канала, и, соответственно, будет много призов. Все есть у меня в отдельном видео, все условия и так далее. Его можно посмотреть, перейдя по всплывающей подсказке, но а вот эти фигурки будут призами. Точнее, одна из них. Фредди Фанка не участвует. Все, вроде все сделал. Ага. Обратно запихать фигурки. Очень много еще в продаже осталось. По DC отдельно у меня. Также продаю Бэтмобиль. Эти тоже на продажу, в принципе. Но вот только, наверное, после того, как пройдет розыгрыш. То есть тот, кто будет на прямом эфире. Точнее, среди тех, кто будет на прямом эфире, я буду проводить розыгрыш. И они будут выбирать из вот этих фигурок себе какую-то одну любую в подарок. Поэтому только когда пройдет розыгрыш, уже можно будет приобрести их. То, что останется. Но думаю, что выбор, тем не менее, меньше не станет. Плюс ко всему, у меня здесь в контейнерах есть остальные фигурки. Это и космический джем, там редкие фигурочки Фокс Малдер, Брайан О'Коннор, Астерикс. Здесь у меня по Мэд Максу целая серия. Ну, короче, есть очень большой выбор фигурок на продажу. Так что заходите в телеграм-канал. Ссылочки все в описании, в закрепленном комментарии. И смотрите актуальное наличие. Цены очень хорошие. В любом случае вы дешевле не найдете. Ну, а я буду запаковывать этого Джокера. Вспомнил, что мне помимо Джокера еще нужно отправить этих двух Таносов. Так что даже в воскресенье у меня есть работа. Что ж, посылочки готовы. Обязательно на них наклеечки с QR-кодами. На телеграм-канал, на YouTube, ну и все такое. Вот такое небольшое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось оно. Не знаю даже, как его оценивать. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте про трехлетие канала. В следующее воскресенье стрим. Также не забывайте принять участие. И, конечно же, не забывайте про стримы. Что ж, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока!